Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info, перед нами TCL20L. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять тему этого телефона. Для того, чтобы это сделать, нужно зажать экран в любом месте, где нету приложений. И в выскочившем окошке находим пункт темы, после чего нажимаем на него. Здесь у нас есть две темы, это круглая и свободная. Мне больше симпатизирует круглая, так как все приложения становятся круглыми. Свободная тема, то бишь у вас будут и круглые, и квадратные приложения, все будет смешано. Также мы можем поменять цветовую схему или темное оформление нашего телефона. Для этого переходим в настройки, выбираем здесь пункт экран, выбираем темное оформление. Здесь мы можем включить его сейчас, а также выбрать какое-то расписание, в которое он будет включаться. К примеру, темный режим может включаться на ночь, чтобы защитить ваши глаза. А мы на этом будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока!